случилось с Лунтиком? Он же просто так обезумел от славы. 9 лет он и его мультсериал, в котором он был главным героем, купались в лучах славы от зрителей, которые смотрели его и радовались, и улыбались ему. Он убил всех своих друзей, включая вредных гусениц, потому что он был жадным и не хотел делиться славой со своими товарищами. 12-летние девочки и мальчики, фанатевшие от него, были благодарны ему и так любили этого героя. А сейчас он стал монстром. Они так от него фанатели, что это просто снесло ему мозг, и у него в голове у самого что-то безумное творится. Но что же происходит в голове у Лунтика? Это знает только сам Лунтик.